что пишем? Посмотрите, какая рыба, как это все красиво выглядит. И я думаю, что все-таки это крупный толстолоб. Просто им понравилась моя лодка, а они понравились мне. Вот они тут ходят, ходят. Бум, вторая смена. Бы кто-нибудь возле них на дне прошел, что ли? Они тут одни живут, что ли? Ладно, мы стоим на одном месте, потому что мы за ними наблюдаем. А им чего? Может, они тень под моей лодкой ищут, потому что солнышко есть неплохое. Ну-ка, показывайтесь вот так вот. Они все время меняют курс то туда, то сюда, но... А на дне ползучих судаков не видать. Нет, вот кто-то там вышивает крестик. Вот они, а. Вот нарядно, как прям золотые рыбки в аквариуме. Красота, с хвостами. Во оборудование, а. А вот смотрите, какие есть товарищи. Длинные, большие, но не всегда, конечно, поворачиваются боком к тебе. Вон еще табун пришел. Да, вот сегодня я попал на такое красивое шествие. О, как они тут все. И главное, просто туда-сюда мотаются по два, по три. Вот, вот три. Вот снизу еще. А, это они в разных плоскостях. Вот. Одни идут им навстречу, эти уже сходили в магазин, что-то купили. Ничего себе экземплярчики. Вот это, конечно, да. Ну что тут, блин. Толстолобики такие метровые, что ли. Ничего не понятно. Ну как бы, судя по хвосту, да. Потому что сом совсем не так выглядит. Вообще шикардос, конечно. Все уходит с арены. Куда-то пошли. Ко мне на нос. Где там я их увижу? Уже не увижу. Почему? А сюда, на эту сторону тоже не? Вот. Какая-то толпа тут вот. Ага. Вон они куда пошли. Вообще под 90 градусов пошли опять. У них тут такое впечатление, что они тут курсируют какому-то замкнутому кругу. Кто-то пошел на дно. Чего там забыл? Поднимается наверх. Вот проходит как раз подо мной. Может, ты не тот мой? Ну вот. Вот такая вот фишка, вот все. И те уже смылись. А вот стоит один, похоже, или сколько их там? Ты все вместе там? По дну кто-то идет. Трудно разобрать. Это что, одна рыба такая? Да,
Вот она, видно ее. Вот, хорошо видно. Длинная рыба одна стоит. Угу. Тут вот чуть-чуть повернешь, и уже даже хвостик видать. Прям подо мной. Что ты подо мной делаешь, такая крупная? Скажи-ка мне. Ого. В общем, непонятно. Конечно. Судя по размеру, просто колоссальная. Вот в масштабе это где-то, ну, в районе метра. Так плавно идет. Вот, вот, вот как хорошо видно. Неужели это такие вот матерые вот эти вот? Травоядные хищники, толстолобы. В общем, не знаю, ребят. Конечно. Приманки я им подсовывал. Ну, все равно до них. Но вообще, конечно, местами очень хорошо видно всю рыбу. И очень похоже, что это толстолоб.